На 12 мест в молодежном парламенте Великоустюгского района претендует 19 кандидатов. Сегодня активисты представили на суд комиссии по предварительному рассмотрению документов конкурсные проекты по развитию района. Особое внимание уделили спортивной сфере. Марина Оншина, учитель физической культуры школы номер 2, разработала проект «А с кем побегать?». Он направлен на создание сплоченного круга единомышленников, желающих заниматься легкой атлетикой. В рамках проекта будут систематически проходить открытые бесплатные тренировки на свежем воздухе. Один раз в 3 месяца будет организовано мероприятие в виде квеста, либо какого-то массового забега, в котором участники смогут проявить себя и получить массу положительных эмоций. Проект не требует больших денежных средств на реализацию. В смету включена только разработка символики. Глава района Александр Кузьмин дал положительную оценку работе. Если этот проект нам запустить в реализацию и на такой более расширенном масштабе даже Великоустья, до Великоустюгского района, это хорошая идея, хороший проект, я полностью поддерживаю. И у нас вот буквально в эти выходные был «Кросс нации». Я посмотрел, как наши устюжане, начиная с ребятишек из детских садов, бежали с таким энтузиазмом, локтями толкали. Это вообще надо видеть просто. Антонида Смолина представила проект под названием «Свои». Как считает девушка, главная ценность любого района – это люди. Поэтому цель ее работы – познакомить подрастающее поколение с земляками, которые осознанно решили жить и трудиться на малой родине. Почему я пошла баллотироваться в молодежный парламент? Пошла, потому что вижу здесь команду единомышленников, которые готовы, хотят работать на благо города, на благо района, которые горят идеями, готовы защищать свои проекты, продвигать их в жизнь, делать что-то полезное, и хочется быть в той команде. Также работы были представлены в таких категориях, как патриотическое воспитание, физическая подготовка и взаимодействие родителей и детей. По результатам рассмотрения всех конкурсных проектов будет отобран состав молодежного парламента. Ангелина Батакова, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».